Программа развития Орловской области до 2024 года также предполагает создание в регионе научно-промышленного кластера специального приборостроения, который должен стать объединением усилий, местной научной мысли и производственных мощностей. Особую значимость проект приобрел в связи с процессом импортозамещения. В связи с этим поддержка была получена у президента на прошедшей рабочей встрече с главой региона. В разговорах с президентом, с председателем правительства договоренности следующие. По предоставлению определенных программ, и уже сегодня работа пошла по Минпромторгу, работа пошла по Министерству экономики, Министерству финансов. Мы ежедневно находимся в общении, мы предоставляем документы. И доказав свою объективность, доказав свою состоятельность, поддержка страны президента будет прежде всего, потому что необходимые поручения он дал. Вопрос создания кластера обсуждался в Центре информационных технологий. На сегодняшний день для реализации проекта необходимо объединить не только усилия ведущих предприятий региона, но и кадровый потенциал. Одной из кузниц высококвалифицированных кадров в области информационных технологий является Госуниверситет УНПК. И самое главное – вывести Орловскую область и молодежь Орловской области, которая у нас немало на самом деле, на другой уровень. И уровень понимания того, что они нужны региону, уровень того, что они действительно, им будут обеспечены рабочие места, и то, что они будут работать в высокотехнологичном секторе. Благодаря созданию кластера планируется увеличить присутствие нашего региона на рынке высоких технологий, тем самым делая весомый вклад в информационную безопасность страны. На сегодняшний день список продукции, которая будет разрабатываться и производиться на базе научно-промышленного кластера, перешел отметку в 1000 наименований.